В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Александра Кипкаева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Выставка «Механика фантазии». Лига исследователей. Учебный год только начался, а в ЮРГУ уже первые выпускники. MBA-центр ЮРГУ возобновил работу в очном режиме. В сентябре выпустили первых специалистов этого учебного года. Обучение проводилось в сфере антикризисного управления и деятельности арбитражных управляющих. В программе сегодня примерно 20 лет. Поэтому за 20 лет менялись надзорные органы. На сегодняшний день это Росреестр надзорным органом является. Менялась сама программа, но, тем не менее, актуальность ее оставалась. С переходом на рыночную экономику, процедура банкротства, процедура антикризисного управления, она актуальна, ну, практически во всем мире, во всех экономиках, в том числе и в Российской Федерации. Во время своего обучения арбитражные управляющие изучили дисциплины права, экономики, бухгалтерского учета и менеджмента. Учебная программа длилась 5 месяцев, а документ об окончании обучения получили 6 человек. Я хочу сказать, что такая подготовка, она дает очень большой потенциал специалисту, который закончит. И не обязательно в дальнейшем даже вот пойти обязательно работать. Такая статистика, примерно мы ее ведем, что часть, ну, больше половины занимается этой профессией, а вторая часть, она все-таки считает это как дополнительным своим ресурсом и использует в работе. ЮРГУ для меня является родными стенами, и я здесь получил высшее образование, как многие студенты нашей группы, поэтому уровень этого университета мне известен, и MBA-центр также зарекомендовал себя как центр профподготовки, поэтому фактически альтернатив-то больше и не было. Отметим, что в августе MBA-центр ЮРГУ отпраздновал 20-летний юбилей. За это время выпущено более 10 тысяч специалистов. Центр ежегодно занимает ведущие позиции среди бизнес-школ Челябинска по данным рейтинга журнала «Деловой квартал». 7 октября состоится ежегодная образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». В четвертый раз Вольное экономическое общество России при участии Международного союза экономистов проведет Всероссийский экономический диктант. Принять участие в нем сможет любой желающий вне зависимости от уровня своей экономической осведомленности. Участники смогут проверить свои знания, оценить экономическую грамотность и сравнить свои результаты с друзьями или коллегами. Акция стартует в 5 утра по московскому времени 7 октября и закончится в 22:00. Цель диктанта – провести статистический анализ, позволяющий оценить уровень экономической грамотности населения России. По итогам анализа будут даны практические рекомендации по корректной организации экономического образования в школьных и вузовских программах обучения. Диктант пройдет в онлайн-формате. Зарегистрироваться в качестве участника можно на официальном сайте. Знание – сила. В ЮРГУ вновь прошла многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» среди школьников с 6 по 11 класс. Как прошло торжественное закрытие, расскажем далее. В нашем университете прошло закрытие ежегодной олимпиады «Звезда». На торжественной церемонии победителям и призерам были выданы дипломы. Директорам школ и лицеев вручили благодарственные письма и памятный подарок в виде книги президенту ЮРГУ Германа Платоновича Вяткина. Также был представлен новый партнер Олимпиады – Наполеон IT School – бесплатный образовательный проект, направленный на воспитание нового цифрового поколения в России. Мы смогли организовать все таким образом, да, что практически во всех регионах прошли все предметы Олимпиады «Звезда». Исключение составляет, к сожалению, город Челябинск, где мы не смогли провести два достаточно больших массовых предмета. Поэтому мы для ребят-участников, допущенных до заключительного этапа, разработали конкурсную программу конкурса «Эссе», где приняло участие более 1500 человек. По словам организатора, ребята, которые стали призерами по направлению включенных в перечень олимпиад школьников, это естественные науки и техника и технологии, будут иметь дополнительные баллы, как учет индивидуальных достижений. Или же при сдаче физики или математики на 75 баллов и выше, они будут поступать в вузы России без вступительных испытаний, то есть вне конкурса.
На главной сцене нашего университета зажгутся новые звезды. В университете стартует ежегодный конкурс «Талант Юргу». В Южноуральском государственном университете пройдет фестиваль творчества «Талант Юргу», на котором свои таланты представят студенты первых курсов институтов и высших школ университета. Отборочный тур стартует 12 октября. Дорогие наши первокурсники, студенческие годы – это время, когда можно проявить себя в творчестве, приобщиться к искусству. Университет вам дает прекрасную возможность проявить свои таланты, поучаствовать в фестивале в самом начале учебного года. Поэтому мы вас приглашаем к нам в Центр творчества в актовый зал с 12 по 16 октября принять участие в отборочных турах фестиваля «Талант-2020». Мероприятие пройдет с учетом всех требований Роспотребнадзора, соблюдением масочного режима и, конечно же, соблюдением социальной дистанции. Победители «Таланта Юргу» получают возможность без отборочных испытаний представлять университет на главном студенческом конкурсе всероссийского масштаба «Весна студенческая» в фестивале «Весна в Юргу». В Институте лингвистики и международных коммуникаций отметили Европейский день языков. Как это было, расскажем далее. 26 сентября в мире празднуется Европейский день языков. Основная цель праздника – поощрение изучения и освоения различных языков не только в школах, но и в повседневной жизни человека. Преподавательский состав Института лингвистики и международных коммуникаций ЮРГУ решил отметить это событие вместе со студентами. Мы провели занятия на тему «Национальные стереотипы, предрассудки». Студенты высказали, так как группа многонациональная в основном в своем составе, студенты рассказали о тех стереотипах, которые сложились у них до посещения нашей страны и как они изменились после того, как они какое-то время пожили у нас. Студенты рассказали о тех стереотипах, которые связаны со страной изучаемого языка, в том числе Испания, Франция, Великобритания. В празднике приняли участие иностранные студенты вуза. В ходе своего выступления они отметили наиболее частые стереотипы о России – валенки, балалайка и матрешка. Это мероприятие прекрасно, особенно для студентов, потому что они знакомятся таким образом с культурой других стран, узнают о каких-то стереотипах. Возможно, они неправдивы, но это, по крайней мере, весело. Та активность, которую мы делали во время урока, показала это во всей красе. В ходе нескольких занятий, каждая из которых приурочена к английскому, французскому и испанскому языку, учащиеся рассказывали об известных европейских писателях, стереотипах стран и повседневной жизни Европы. А студенты одной из групп решили выступить перед одногруппниками с песней. I'm driving around in my car. I'm driving too fast and I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Создаем машину времени. Студенты ЮРГУ написали письмо в будущее. Подробности далее. В ЮРГУ вновь прошла акция «Письмо в будущее». Она проводится с 2016 года. И уже в пятый раз студентам предоставляется возможность написать письмо, которое они получат по окончании обучения. Первокурсники пишут письмо себе в будущее, то есть через 4 года, когда они выпускаются, мы выдаем письмо от их лица, и то есть они могут почитать, чего они там добились, вообще, чего они там написали в этом письме. Очень интересно почитать это все. Да, я писала себе первокурсникам письмо, вот жду, через год получу. Содержание письма определяют сами первокурсники. Они дают волю своей фантазии. Вообще, я писала, наверное, больше не просто там «Полина, ты молодец», все такое. Да, безусловно, я об этом написала, но я, наверное, хотела оставить какой-то памятный след, что ли, себе. Написала о том, что сейчас происходит здесь.
о том, например, что многие люди говорят «скажи мне, я скажу», или что некоторые ребята заправляют брюки или штаны в носки, чтобы я об этом помнила в будущем, потому что, мне кажется, такие маленькие детали, которые нужно запоминать. Выпускники 2020 года – первые, кто получили письма. Всего их отправлено более 300. Отметим, что организатором акции выступает система студенческого кураторства ЮУРГУ. В ЮУРГУ прошло открытие выставки Тимура Хужина «Механика фантазии». В зале искусств Южноуральского государственного университета открылась выставка «Механика фантазии». Ее автор Тимур Хужин – челябинский художник, дизайнер и сотрудник ГТРК «Южный Урал». Он представил для выставки 33 произведения, яркие картины, выполненные преимущественно акрилом. Идея создания выставки родилась по инициативе художника. Его с некоторых пор он очень активно выставляется. В 2019 году, кроме того, что он предложил, скажем, эту выставку, а для нашего зала он выставлялся на такой выставке, как «Российская неделя искусств», и посылал свои работы в Италию тоже на выставку современного искусства. И надо сказать, что вот эта работа «Стрекоза» у нас за спиной, она получила как раз на выставке «Российская неделя искусств», получила призовое место. Для нашего зала, наверное, эта выставка одна из не самых типичных. У нас редко бывают художники современные. Картины Тимура Хужина всегда зрелищные и яркие. Сложные композиции, составленные из мельчайших деталей и элементов, погружают зрителей в головокружительный водоворот механических образов. На первый взгляд кажется, что на полотне изображены обычные животные, но если присмотреться, то окажется, что стрекоза и божья коровка собраны из механических деталей. Художник создает на холсте живое, звучащее пространство. Это новый для меня художник, мне в принципе интересно искусство и различные деятели этой сферы. Меня поразил само исполнение работ, что у художника уникальный штрих, он создает именно фактуру и образы путем чередования штрихов, орнаментов и каких-то собственных линий уникальных, которые я не находила раньше в каких-то других картинах. Также у него уникальные образы созданы, смесь механики, фантазии, какие-то ботанические, механические, вот именно образы, которые я тоже впервые увидела в искусстве. Ну и, конечно же, он создает фантазийные миры, смесь таких снов неких, еще использует цвета, которые также погружают нас в эту сказку. Выставка открыта для посетителей с 21 сентября до 26 октября с 10 до 5, в субботу с 10 до 3. Вход бесплатный. Студенты ЮРГУ стали исследователями. Зачем? Расскажем далее. Студенты первых курсов собрались в парке около памятника Курчатову, чтобы узнать, кто лучше всего ориентируется в лесу. Ребята поделились на команды, получили карты с обозначениями и направились искать тропу финиша. Все это для того, чтобы стать лучшими в лиге исследователей, которую организовала Высшая школа электроники и компьютерных наук ЮРГУ. Спортивное мероприятие, лесное ориентирование, мы даем им карту, они как бы по карте ориентируются, и это все идет на время. Вот, как одна из целей, это еще для первокурсников, чтобы они сплочались. Цель всех команд – научиться ориентироваться на местности, быстро принимать правильные решения, выбрав самый оптимальный путь и заработать победу. Я решил участвовать, потому что это очень хорошо скрепляет боевой дух и всю группу сплощает. А настроение хорошее, правда, погода подвела, что не так уж и тепло. Лига исследователей – это соревнование по спортивному ориентированию, в ходе которого студенты активно проводят время на свежем воздухе, знакомятся со своей группой и отвлекаются от учебы и домашней работы. До 18 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Средства индивидуальной защиты нужно носить в общественном транспорте и людных местах. О том, как правильно пользоваться маской, расскажет директор медицинского центра ЮРГУ Ольга Веселова. Использование средств индивидуальной защиты является одной из мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Сегодня мы поговорим о масках.
Маски бывают двух типов. Медицинские стерильные маски, они всегда одноразовые. Они продаются в индивидуальных упаковках. При вскрытии и одевании этой маски она становится нестерильной и по мере ее использования утилизируется. Есть второй вид масок, это многоразовые маски, они бывают марлевые, также бывают из ткани. Значит, из марли это четырехслойные маски, которые очень хорошо пропускают углекислый газ при выдохе, очень комфортны в носке, то есть они не сминаются при разговоре, что является очень важным фактором в образовательном процессе. Значит, сейчас я быстренько расскажу, как правильно одевать и снимать средства индивидуальной защиты, в частности маски. Начнем с одноразовой маски. То есть маска должна находиться на лице, полностью закрывая подбородок, нос. Поэтому берем эту маску двумя руками за резинки, прикладываем к подбородку, максимально натягиваем и одеваем за уши. То есть, вот вы видите, что маска закрыла подбородок, лицо. Также маска должна максимально плотно прилегать к лицу, и во время носки желательно маску руками не трогать. Срок использования этой маски, то есть в течение 2-3 часов она выполняет барьерную функцию, то есть защищает лицо от капелек слюны своей и собеседника, что является важным фактором в связи с тем, что она задерживает инфекционные агенты. После того, как прошло время использования этой маски, вы также берете маску за резинки, аккуратно снимаете, не касаетесь лица, сворачиваете внутрь и выбрасываете в специальные контейнеры, в мешки, которые будут установлены. Все, это одноразовая маска, которая не подлежит повторному использованию. Сейчас мы поговорим о многоразовой маске, которая используется также в течение 2-3 часов. По истечении этого времени эта маска также сворачивается внутрь и кладется в полиэтиленовый пакет. В дальнейшем она стирается и проглаживается с двух сторон. После этого ее можно использовать еще раз. Теперь я расскажу, как одевается эта маска. В принципе, принцип тот же. Но в связи с тем, что эта маска шире, чем одноразовая, мы также берем ее за резинки, не трогаем марлю. Ниже накладываем на подбородок, закрываем нос до переносицы и фиксируем за ушами. Больше снизу можем поправить, вверху можно уже не поправлять, она плотно прилегает к носу, к переносице, к щекам. Значит, по истечении времени использования этой маски 2-3 часа, а также при намокании этой маски, это может быть и раньше, также берется за резинки, аккуратно снимается с ушей, убирается от лица, складывается и складывается в полиэтиленовый пакетик для дальнейшего обезвреживания путем простирывания и проглаживания. Друзья, напоминаем вам, что в ЮУРГУ соблюдается масочный режим. Просим вас носить маску в учебных аудиториях, а также при перемещении по корпусам университета. На сегодня это все новости. До встречи в эфире! Госуслуги.ру помогут вам в любой ситуации. Со свадьбой. Подать заявление в ЗАГС и заменить документы после замужества. Оформить ребенку свидетельство о рождении и прописку. Записать в садик. Получить или заменить права и поставить автомобиль на учет. Оплатить налоговые задолженности и сэкономить половину на штрафах ГИБДД. Оформить себе и детям загранпаспорта и отправиться в путешествие. Пошлины на портале госуслуг со скидкой 30%. Госуслуги. На все случаи жизни.